Мир всем. Мир. Мир. Вот какой пришел человек, смотри. Вот что-то этот. Наркоман какой-то или еще. Александр. С миром. А он выходил на вас? Нет. Не помню такого. Сейчас Сергей его погасит. И он не выключает у себя звук. Сергей делает замечание. Благодать. Видишь, как сразу монастырь. Тьма, конечно. Холодильники все выбросить, оторвать, трусы снять. Не хватает Ильина. Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детствий, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам ни прибавить, ни убавить ко всему тому, что Ты нам сказал в Слове Своем. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Видео отключайте. Константин Савченко, выключите видео. Звук оставьте, а видео, потому что народу много и... Выключить? Да, значок первый, чтобы перечеркнутый был. Вот, благодарю. Если будет связь булькать, то жалуйтесь, я тоже тогда видео отключу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так. Продолжаем. Занятие и последний стих. Вернее, мы сейчас разбираем книгу Откровения и разбираем хилиазм. Вот мы на прошлом занятии о тысячелетнем царстве говорили, причины, ложность учения хилиастов
о двух воскресных воскресениях из мертвых. Я предварительно на тысячи лет до кончины века восхищений из церкви. И вот ряд причин, указывающие на ложность этого толкования. И к чему это, какой в гибели это толкование может сложно привести. Продолжаем. Итак, можно подытожить сказанное о первой смерти и первом воскресении. В первой смерти через грех человек разделяется с Богом. Душа, теряя свет и истину, впадает в грехи. Тело ослабевает, болеет и умирает. В первом воскресении душа через веру и таинство воскресает от грехов и обретает дар божественной вечной жизни. По смерти тела она переходит в небесные обители Бога и блаженствует с Ним. Теперь остановимся еще раз на втором лжеучении хилиазма о видимом земном царстве Христа, основываемом на словах «И царствовали со Христом 1000 лет». То, что такого видимого тысячелетнего царства на земле не будет, следует из одного пришествия Христова на суд и одного всеобщего воскресения всех. Кроме того, если такое царство должно наступить, то почему об этом ничего не говорил Христос и ничего не говорили апостолы? Почему об этом совершенно молчат Евангелия и все апостольские послания? Вопрос. Почему на это нигде даже не намекается в эсхатологических речах Спасителя и апостола? Земного царства Мессии ожидали иудеи, ложно истолковывая ветхозаветные пророчества о Мессии и его царстве. Они ждали земного владыку, который освободит их от римского ига и утвердит их царство над всеми народами. От этого чаяния первоначально не были свободны даже ученики Христа. Так они говорили: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля». Евангелие от Луки 24:21. Такое ожидание иудеев и привело к тому, что они не приняли Христа, утверждающего духовное царство. Христос прилагал много усилий, чтобы разрушить ложную веру в грядущее земное царство Божие и чтобы утвердить веру в царство духовное. В этом пишет евангелист Лука, цитирую: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стихи. Остается только удивляться, как можно, веруя словам Христа, не придет Царствие Божие приметным образом, все-таки продолжать утверждать, что оно придет приметным образом на 1000 лет. О том, что есть Царствие Божие, ясно и многообразно учит Священное Писание. Так Господь говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки 17:21. Или: «Царствие мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна 18:36. Ахилиасты говорят, что оно будет от мира сего. Апостол Павел пишет: «Ибо Царство Божие
не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. И рассматриваемый нами текст 20 главы с 1 по 6 стихи не дает никаких оснований считать Царство Христово не духовным, но видимым. Об этом не сказано ничего. Христос на кресте связал сатану, изгнал его, как князя века сего, и основал свое духовное царство на земле, свою церковь. От пришествия Христа на крест и до явления Антихриста время духовного царства Христова. Каждый может принять это царство в свое сердце, внутрь себя и царствовать со Христом над грехами и всей вражьей силой. Сейчас время благодати, день спасения, царство Христово в сердцах людей. Так и святой Андрей Кисарийский говорит: «Мы принимаем и считаем 1000 лет за время евангельской проповеди». Возгласом «Христос царствует» умирали первохристианские мученики на аренах амфитеатров. В кончину века на краткое время сатана еще раз будет отпущен и утвердит свое царство в лице Антихриста. Писание знает таким образом только две, а не три фазы Царствия Божия. Во-первых, невидимое духовное Царство Божие в сердцах людей, которые есть сейчас. И во-вторых, вечное Царство Славы, которое наступит со вторым пришествием Христовым и кончиной века. Об этом так сказано. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Евангелие от Луки, 1 глава, 33 стих. Апостол Петр говорит, что через утверждение в вере откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 1.11. Царство же, которое дано не вечно, а временно на 1000 лет, неизвестно Писанию. Иудеи, ожидая установления видимого царства Мессия, не приняли Христа, установившего духовное царство. Придет лже-мессия и создаст царство видимое. Не примут ли его хилиасты? Не скажут ли, это то, что мы давно ожидали? Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Человек, духовно родившийся и воскресший от мертвых дел, блажен. Поэтому особенно говорит Господь в своей Нагорной проповеди: блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем. Когда душа воскресает для Бога, то испытывает великое и небесное блаженство. Когда же душа расстается с телом и переходит в небесные обители, то это блаженство еще более усугубляется. Как и апостол Павел говорит: «Для меня смерть приобретение» Филиппийцам 1:21. «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». 14:13. Поэтому и напутствует церковь своих покойников молитвой:
Во блаженному спении вечный покой подаст Господи усопшему рабу Твоему. Также сказано, что воскресший духовно свят. Об этом пишет апостол Павел. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова. Фессалоникийцам 5:26. Так через крещение, это первое воскресение, душа освящается, и человек соделывается святым, и апостол часто в посланиях именует верующих святыми. Воскресший духовно свят, ибо отделен от мира, умер для греха, посвящен Богу, а освящен благодатью Христовой. А достойно прошедшее земное поприще, подвигом добрым подвязавшийся, учение совершивший, веру сохранивший, 2 Тимофея 4:7, восходит в небесный лик святых, предстоящих Богу. Над ними, участниками первого воскресения, смерть вторая не имеет власти. Духовно воскресший, побеждающий, не потерпит вреда от второй смерти. 2 глава 11 стих. Не подвергнется вечным мукам, ибо имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна 5:24. Таковые будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Смотри толкование 1:6. Как же хилиасты подводят библейское обоснование своему учению? Что касается Нового Завета, то дело обстоит таким образом. Текстов о тысячелетнем царстве и предварительном восхищении церкви нет. Но они берут свою уже готовую эсхатологическую концепцию и под нее подгоняют все места Писания. Берут места о пришествии Христовом и на каждое как бы навешивают ярлычок. Это о втором пришествии, это о третьем, это о четвертом, также о воскресении. Берут различные места и утверждают, здесь о первом воскресении, здесь о втором, здесь о третьем. Поэтому сектантским наставникам требуется часто немало усилий, чтобы объяснить своим верующим, в каком месте, о каком пришествии и о каком воскресении идет речь. Большее основание имеют хилиасты через неправильное толкование различных ветхозаветных пророчеств о будущем царстве Мессии. При этом читаются такие места, как Исаия 11, с 1 по 10 стихи, 65 глава, с 18 по 25, книга пророка Михея, 4 глава, с 1 по 8, книга пророка Захария, 14 глава, с 7 по 12. Иудеи разумели пророчество о Мессии и его царстве буквально, что придет Христос, освободит Израиль, утвердит его царство над всеми народами, и будет время великого благоденствия. В этом великая ошибка синагоги, приведшая к тому, что иудеи не приняли Христа. Православная церковь объясняет эти пророчества как указания на Иисуса Христа из Назарета и на то духовное царство, которое Он учредил Своею кровью. Соответственно, эти пророчества Ветхого Завета объясняются духовно-символически. Это не исключает, однако, того,
что некоторые пророчества действительно указывают на возвращение евреев на родину в кончину века и основание ими царства, которое, однако, будет уже царством не Христа, а Антихриста. Илиасты же без всякого основания разумеют некоторые пророчества о Христе и его царстве в духовном смысле. Например, книга пророка Даниила, 2 глава, 34-35 стихи, 44-45. А другие места разумеют буквально как указание на благоденственное тысячелетнее царство. Таким образом, хилиазм есть нечто полуиудейское и полухристианское. У нас нет возможности привести толкование всех этих ветхозаветных пророчеств. Эти толкования приведены в различных православных комментариях Библии и в толкованиях святых отцов на ветхозаветные книги. Кратко отметим, как надлежит понимать, например, пророчество книги пророка Исаия, 11 глава, с 1 по 10 стихи. Подобно этому должны толковаться и другие места. Итак, цитирую. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чрез его правда, и припоясание бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с котенком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Теперь толкование. Корень Иисеев – это царь Давид. Отрасль от ветви его – Иисус Христос, сын Давидов. И почиет на нем дух помазания Иисуса Христа всеми дарами Духа Святого в крещении во Иордане. И будет судить нелицеприятный суд Христов. Так он судил сам, будучи на земле. Такой суд дал своей церкви, и так будет судить сам всю вселенную. И жезлом уст своих поразит землю. Суды, которыми Господь наказывает народы, и особенно в кончину века, во время великой скорби. И духом уст своих убьет нечестивого. О поражении Антихриста Христом во втором его пришествии. И будет припоясанием чресл его правда, а припоясанием бедр его истина.
Христос говорил о себе: «Я есть истина, Он во всем праведен и истинен». Далее. Тогда волк – это о совершенном изменении нравов, укрощении диких и необузданных племен и людей. Бывшие в духовно-нравственном смысле подобные диким и хищным зверям становятся тихими, кроткими, незлобивыми, как домашние животные. Таково действие христианства. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Толкование. Святая гора – это святая церковь Христова, искореняющая всякое зло и вред. Цитирую дальше. Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Евангелие Царствия Христова будет проповедано всем народам. Люди, отстав от идолослужения, познают истинного единого Господа. Далее. И будет в тот день, толкование, тот день, день спасения и благодати. Корень Иисеев сам Господь Иисус Христос, который воистину стал как знамя для народов. Иудеи не приняли Христа, и вот к Нему, ко Христу, обратились язычники. И именно среди языческих народов процвело христианство. И покой Его, смерть Христа на кресте, когда Он упокоился от своего земного служения и жизни, стал славой Его. Крест прославил Христа среди народов. Великие мира сего имеют славу при жизни, но, упокоившись, уходят в забвение, а часто подвергаются и презрению. Христос же, наоборот, при жизни был презираем, а по смерти прославился. Крест не обесчестил его, но прославил. С чего начинается день с радостного, жизнеутверждающего восхода солнца, пробужденного от небытия ночи ликования природы. Потом зной, день с его трудами, к вечеру находят сумерки, сгущаются, тьма окутывает землю. Все засыпает и погружается во мрак. Весной земля произвращает худые, светло-зеленые растения, благоухающие ароматами новой жизни. Радостью жизни веет от пробужденной после зимней спячки природы. Потом лето, время созревания, плодоношения, трудов. Но вот наступает грустная осень, исчезают соки жизни, желтеют растения, склоняют свои головы к земле, вянут и сгнивают. Все умирает в холоде зимы. В жизни человека также. Сначала цветущая юность со своей красотой, силой и радостью. Потом годы зрелости и многих трудов. И вот сильного, могучего, мудреного человека настигает старость. Сгибается спина, трясутся руки, морщины накладываются на лицо, изменяет память, гнет к земле, пока бездыханного и недвижущегося не примет сырая земля. Природа, погруженная в ночь, надеется проснуться только на следующий день. Растения вновь оживут только в новом году. Человек воскреснет только в веке ином для мира
иного. Таков закон, привнесенный в мир грехом. О точных науках это формулируется как закон возрастания энтропии системы второе начало термодинамики. Все, рождаясь, умирает, ибо сделанный грех рождает смерть. В плане Якова 1.15. Начало утра, свет и жизнь, потом вечер, тьма и смерть. Причина тому – грех, разделивший тварь с творцом. А потому все в мире заблуждается, искажается, застывает, замирает, гаснет. Такова и история человечества. Сначала был Эдем, потом изгнание человека из рая. И фактически вся история – это история человека, изгнанного из рая. Сокращаются годы жизни людей, гаснут их физические силы, растут нечестие, заблуждение, грех. Человечество все более и более удаляется в своем развитии от Бога, уходит из Эдема навстречу вечному мраку ада. Таков непреложный закон развития отпавшей от Бога твари. Древнее человечество это хорошо понимало, создавая свои мифы о бывшем некогда золотом веке. Оно не искало его в будущем, оно видело его в прошлом. Это была своего рода еще не утраченная память древних араев. Также среди различных языческих народов существовало деление истории на периоды, означаемые каким-либо цветом – белый, желтый, красный, черный. Характерно при этом, что начальный период у всех светлый, как правило, белый. Потом идут другие периоды, а последний у всех черный. Все видели конец человечества во мраке. Бог же властно вторгся в эту печальную картину. Цитирую. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Пророк Иезекииль, 33 глава, 11 стих. «Чтобы люди шли не под гору, но в гору, надо их обратить прямо противоположный путь. Идущим по пути от жизни к смерти надо обратиться и пойти обратно от смерти к жизни. Для этого приходит Христос, ибо не может падающее создание само собою начать движение вверх. Для этого нужна иная, внешняя и высшая сила. Путь к свету и жизни уже не может быть совмещен с путем к мраку и смерти. Это путь совершенно иной, противоположный. Вся земля в своем необратимом движении несется к смерти, поэтому не должно искать жизнь и путь к ней на земле. Жизнь на небе, в мире ином, и путь к жизни – это путь туда. Христос уже основал свое тысячелетнее царство света и жизни, но тщетно его искать на карте земли, ибо оно не от земли, не от мира сего. Евангелие Иоанна 18:36. Земля необратимо спешит в мрачную бездну смерти. Перед кончиной бывают предсмертные судороги. Этой агонией, предсмертными судорогами человечества станет царство
пророчества Антихриста. Потом вечный мрак. Обратившиеся же от всего погибельного пути, вошедшие в духовное, неземное Христово Царство, войдут в Его вечное Царство славы, ничего общего с этим миром не имеющие. Эта земля пройдет, и не будет ее. В тот мир войдет земля новая. Люцифер, ангел света, не удовлетворился своим положением, но захотел быть подобен Всевышнему. Исайя 14:14. Быть как Бог. Он был за это низвергнут архангелом Михаилом на землю. И человека лукавый искусил тем же самым. Будете как боги. Е 3:5. Но не стали как боги и потеряли рай. Так начался лукавый путь дьявола, прослеживаемый в истории человечества. Низверженный с неба, он обещает рай на земле. Потерявший Бога обещает сделать богами. Свет именует тьмой, а тьму провозглашает светом. Изгнанным из рая и идущим во тьму внушают, что они идут от тьмы к свету. Самыми различными способами и формами он уводит людей от истинного Бога и обещает светлое будущее торжества жизни, истины, красоты, света здесь, на земле. Как некую движущую пружину он вложил идею светлого будущего на земле, противовес миру иному, из которого сам низвергнут сознание всех народов, рас и религий. И эта идея движет людей к грядущему царству на земле, которое будет ничем иным, как царством сатаны и Антихриста. Люди идут в эту черную пропасть, думая, что идут к свету, не желая увидеть ни вечерний свет иного мира. День склоняется к вечеру, а они все ждут света. Потеряв иной мир, они в этом мире ожидают рая. Не видя света нетварного, они очаровываются светом тварным. Поэтому совсем не случайным был в XIV веке спор о тварности или нетварности поворского света. Тогда святитель Григорий Палама отстоял православное учение о нетварности этого света. Смысл в том, что есть два мира, а не один. И истинный свет там, где является сам Бог. Тварь идет к преображению только в том свете, который и есть сам Бог, а не самозамыкается в прелести тварного света. Поэтому учение о тварности фаворского света – это отпадение от Бога, от света неба к свету земли, к земному соблазну. Грядущее, в кавычках, царство света на земле – это и есть царство сатаны. И идею об этом земном царстве света сатана в самых разных формах вложил во все религиозные, философские и политические учения. Для каждого учения он выбирает наиболее соответственные и подходящие формы. Степень проникновения этой идеи в различные учения различна. Ее опасность в том, что воодушевленные ей люди думают, что устремляются к свету, а сами вместе с этой идеей идут
вечный рак. Рассмотрим теперь подробно эту идею, сколь лукаво рассеянную в философско-политических учениях и государственных системах в христианстве, иудаизме, масонстве, сионизме, оккультизме. Вопросы по прочитанному? Кого возникли? Продолжаем. Иудейский хилиазм. Заголовок. В рамках иудейской религии, конечно, невозможно было отвергнуть единого Бога-Творца и его невидимое вечное царство. Но в каббалистических книгах, каббала в переводе «предание», иудеев появились утверждения, что по прошествии 6000 лет господства нечестивых в 7000 лет наступит покой праведных. Эти мрачные мистические книги, которые записывались в виде преданий, утверждали, что мир, созданный в 6 дней, просуществует 6000 лет. А затем наступит суббота для праведников, придет Мессия и устроит свое царство на земле. Умершие воскреснут и будут согражданами этого царства. Так иудеи стали ждать земного царства, которое должен был основать Мессия, освободив их от римского владычества и утвердив власть иудеев над всеми народами. Это тысячелетнее царство иудеев должно предшествовать вечному царству Бога, которое начнется после тысячелетнего царства. Очень интересно отметить, что свое начало хилиазм берет от каббалы. Помимо этого иудеи истолковывали различные ветхозаветные тексты, в буквальном смысле говорили о своем видимом царстве на земле, над всеми народами и о чувственных наслаждениях, которые они будут иметь. Иудеи не приняли Христа, давшего им небо, но примут в будущем Антихриста, который даст им землю. Так из иудейства, как из зерна, произрастает все древо учения о грядущем царстве блаженства на земле и охватывает все народы. Хотя конкретно зачастую трудно проследить, насколько это учение переходило в другие религии и народы из иудейства, а насколько оно возникало там, может быть, и независимо. Но хотя независимо возникают друг от друга разные горные речки, однако все в конечном счете текут в одном направлении и, сливаясь в одну реку, впадают в одно море. Корень же всем им – земля. Так и здесь земные помыслы, складываемые сатаной, влекут всех, соединяя в одно и к одному. Вопросы? Следующий заголовок – христианский хилиазм. Из иудейства хилиазм перешел в христианство первых веков и распространялся в нем по двум каналам. Первое – среди еретиков. Второе – среди многих первых христиан и существовал как частное мнение ряда отцов церкви первых-вторых веков. Среди еретиков родоначальником хилиазма был Керинф,
живший в первом веке, написавший свой апокалипсис. Он особенно с иудейскими верованиями ожидал, что Христос устроит свое тысячелетнее царство и восстановит во всей красе и славе Иерусалим, и счастье населяющих это царство будет стоять во всевозможных чувственных удовольствиях. Святой Викторин, III век, объясняя апокалипсис, так писал, цитирую: «Не должно слушать тех, кто утверждает, что тысячу лет есть земное царство. Они единомышленники еретика Киринфа». Учение Киринфа, Керинфа, не знаю, вообще было с элементами иудейства, философского богословия и христианства. Известна его встреча со святым апостолом Иоанном Богословом в Эфесе и то, как резко Иоанн выступил против Киринфа. Учение о тысячелетнем царстве Иудеи проповедовала также еретическая секта иудействующих христиан евионитов в конце первого века. Оно вообще во многом сходится с учением Кирилла. Проповедь о близком пришествии Христа и его тысячелетнем царстве звучит и у монтанистов, отличавшихся неумеренным стремлением к эстетическим состояниям и, в кавычках, пророчествам. Самого их пророка Монтана, умер около 175 года, почитали за утешителя, обещанного Христом. Утешитель с большой буквы, за Духа Святого. Евангелие от Иоанна 16:7. В IV веке о тысячелетнем царстве учил еретик Аполлинарий, бывший епископ Лаодикии, 354-382 года. На основе его трудов позднее возникает монофизитство. Параллельно с этериками о тысячелетнем царстве учили и многие первые христиане, жившие с 1 по 3 век. Но это не было общим верованием всех первохристиан. Так святой Иустин, философ, живший во втором веке, сам учивший о тысячелетнем царстве Христа на земле, пишет: «Среди истинных христиан часть приемлет это учение, а часть нет. Как частное мнение, не принятое всей церковью, хилиастическое учение встречается у отцов и учителей церкви первых веков. Его проповедовали папе Иеропольский, 75-150 года рождения, смерти. Ряд его притч и наставлений признан неистинным. Святой Иустин, философ, 166 год, святой Ириней Леонский, 202 год. Тертуллиан, конец второго, начала третьего века, который уклонился позднее в монтанизм. Юлий Африкан, Ипполит Лактанский, 3-4 века. Еще апостол Павел боролся с учением, утверждавшим, что будто уже наступает день Христов. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 3 стихи. 2 Тимофею, 2 глава, 16-18. Причем важно отметить, что уже тогда это учение выдавалось от имени апостолов. Павел пишет о послании, якобы им посланном. 2 Фессалоникийцам 2:2. Церковь не приняла учение о тысячелетнем царстве. Хилиазм опровергали такие отцы, как Кай, пресвитер Римский, Ориген, 185-254 год, святой Дионисий Александрийский, 248-265 годы.
епископствовал в Александрии святой Викториан, 3 век. Когда в 4 веке прекратились гонения на христиан, то прекратились и надежды на земное тысячелетнее царство. Отцы церкви называли чаяния хилиастов пустыми выдумками и смешными баснями. Второй Вселенский собор, 381 год в Константинополе, выражая православное мнение всей Вселенской Церкви, осудил ересь Аполлинария о тысячелетнем царстве и внес в символ веры слова «Его же царствию не будет конца». С особой силой опровергал хилиастическое учение и учил о царстве благодати блаженный Августин. 353-430 года. Великий церковный учитель Запада. В 5 веке хилиазма уже не было. Так святой Андрей Кесарийский в своем толковании на Апокалипсис пишет, что церковь не приняла этого учения, а потому о нем излишне и говорить. Вновь хилиазм оживает в эпоху возрождения реформации в ряде еретических сект. Интересно отметить, что уход из церкви сразу же силой воскресил и это учение. В 1517 году Мартин Лютер выступил с 95 тезисами, и тем было положено начало реформации в Германии. Всего через 7 лет, летом 1524 года, Томас Мюнцер, вождь анабаптизма, во главе крестьянско-плебейских масс, с оружием в руках начал установление, в кавычках, «Царство Божие на земле», «Царство», в кавычках, «социальной справедливости». Она длилась до мая 1525 года, пока восстание не было подавлено. Вот во что вылился хилиазм анабаптистов, перекрещенцев или христианских братьев, положивших начало великим бунтам, восстаниям, а немного позднее и революции. Так анабаптисты во главе с Томасом Мюнцером начали построение Царства Божия на земле. Не случайно атеистический философский словарь под реакцией Розенталя, 1975 год, Москва, признает, что религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму, а его политическая программа была очень близка уравнительному утопическому коммунизму. Но этим деятельность анабаптистов по устроению Царства Божия не завершилась. В 1534 году анабаптисты изгоняют из города Мюнстер епископа и образовывают свое протестантское государство во главе с Яном Матисом и Яном Лейденским. В 1534-1535 годах существует уже Мюнстерская коммуна. По смерти Яна Матиса Ян Лейденский объявляется царем Нового Израиля. Мюнстерская коммуна во всем подражает древнему Израилю. История повествует о всех ужасах, бывших в этом Царстве Божьем. В июне 1535 года Мюнстерская коммуна пала, а Ян Лейденский был казнен. В середине 16 века анабаптизм перестал существовать в своей первоначальной форме, распавшись на ряд сект, отказавшихся от социальной борьбы. Социальная борьба продолжалась далее уже во все более и более антирелигиозной форме. Сектантство же так и усвоило хилиазм,
правда отказавшись от непосредственного построения тысячелетнего царства. Сектанты теперь ждут, когда придет Христос и создаст это царство на земле. Ныне многие сектанты, баптисты, менониты, адвентисты и иеговисты исповедуют илиазм. Вопросы? У меня вопрос. Пожалуйста. В сегодняшнем чтении апостольском, второе послание Петра, 3 глава, говорится о том, что земля и дела на ней сгорят, они люди. То есть земля и дела на ней сгорят, они люди. Следовательно, только погибнут нечестивые и их дела. Ибо путь нечестивых погибнет, Псалом 1:7, а не сам нечестивый. И тут же говорится, что Господь устроит новое небо и новую землю. То есть для то, что полезное, то останется, а то, что не полезно, не нужно, погибнет. Так вот, у меня в связи с этим вопрос. Вот страшный суд будет происходить до того, как сгорит земля, или после? И второе, и где будут царствие Христово после суда его? На обновленной земле или где-то в другом месте? Вот свидетели сторожевой башни, они утверждают, что они будут здесь царствовать на земле. Как вот это понимать? Хороший вопрос. Игнат Тихонович, вам слово. Это уже проходили неоднократно, говорили. Обновленная земля. Есть вещи, которые нашим обыкновенным разумом не постигаются. Все дела на ней. Дела-то какие, посмотри. И железобетонные, и чего только нету. И подземные. Ну как, не знаем, но написано так. Такие подробности никогда не входили святые отцы. Здесь нужно сказать фразы Иоанна Златоуста. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. В эти тонкости ни один толкователь не входил. Нам зачем это? Ну, даже мы сейчас будем говорить, вот сколько нас здесь, 20 человек, и все разделятся сразу. А я думаю так. Думать можно, но надо подтвердить. Не знаю. Этот вопрос, где на небе, на земле, точно так же никогда не ставился. Приходит Господь. 144 тысячи где будут? Эти пророчества даны не для того, чтобы мы гадали, а для того, чтобы когда исполнится, знали. Ни разу, нигде, ни Златоуст, ни Василий Великий эти вопросы не поднимают даже. Хотя написано обновиться, но небо и земля. А будут ли люди на небе? Дело покажет. Они вознесены будут на облаках в сретении Господу. И так всегда будем. Значит, где они будут? На облаках или в Царстве Небесном? Этот вопрос вообще не поднимался никогда. Много об этом более понятно говорил Ефрем Сирин о страшном суде. К нему приступили братья-монахи, зная, что ему многое Бог открывает. Скажи, как будет? Он ничего не мог сказать, он только сидел и плакал. Вижу страшное. А что? И все-таки добились, он стал говорить, пылает небо и земля, все покрыто огнем. И как будет разделение? Все воскреснут, когда после этого будет? Нет. После суда Божия ничего уже нет. Это завершение. Это все случится до суда. До явления Христа. Христос приходит, мировая история кончилась. Часы все остановились, они не нужны. Была доисторическая вечность, теперь поисторическая вечность. Как оно будет выглядеть? Не видел глаз, не слышало ухо, на сердце не приходило. Какой бы ни был умный писатель, режиссер, он не может эту картину показать. Попытки были, но это кто показывает? Вот приехал гипнотизер, у нас в деревне он был, ну тут обошлось. Но когда он уехал дальше, в каком-то селе передавали, ну желание было увидеть кого-то, кто на фронте потерялся. У нас такая была Масалова Таня. Там попросили показать, как будет идти страшный суд. И дьявол что показал? Показал, как небо и земля загорелись. И они, которые были загипнотизированы, они не могли выйти из этого. Они бросились на улицу от ужаса. Их едва-едва поймали сумасшедших. Зимой раздетые бросились в степь, ничего не видя и не слыша.
То есть даже сатана, что как, при... это сатана делает, показывает, но так ли будет? Более подробно, чем Ефрем Сирин, нигде, наверное, не написано. У нас сейчас начал выставляться материал. Материал этот, ну, показано как коричневый такой фон будет. Мы начинаем тема о масонстве. Явится как Христос. Именно это насчитывает отец, тогда был еще он просто Геннадий Михайлович Яковлев, потом будет иеромонах Григорий, которого убьет по приказу Кришны, там Люборецкий какой-то, Руслан, и Кришнаид, короче говоря, так. И вот он насчитывает, его голос остался. Я начал выставлять с сегодняшнего дня. Его голос как бы загробный, считает очень хорошо. И вообразить это нельзя. Будет на небе? Да, будет. На земле будет? Будет. А как будет? Где больше? Где меньше? Перегородок между людьми и ангелами не будет. Будет единое. Вот это точно указывает. Средостения не будет. Вот это определенно знает. Далее. Как воскресают, поднимаются. На небе явятся знамения. А что за знамения? Я спрашивал вот с сектантами, с баптистами. Ни один не отвечает. Христос. Нет, за знамением является Христос. Не может быть, что явился Христос, а за ним Христос. Иоанн Златоуст говорит, явится святой животворящий крест, распятие на небе, которое будет сиять в 1000 крат ярче солнца. И показывает три причины. Первое, когда воскреснут, для того, чтобы навести ужас на тех, которые будут стоять с левой стороны. Чтобы ободрить тех, которые рядом с собой будут видеть убийц, они же вместе воскреснут-то. Ободрить их и поверить, что вслед за знамением его идет сам царь. И третье, для славы Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Прослав славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Определенно, какая причина, ничего больше нету. А будет ли в это время церковь? Будет, но только кое-где сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Вот этот стих объясняет Иоанн Златоуст. После всех гонений Христос придет и говорит, мы оставшиеся в живых. То есть будут те, которые не увидят смерти, а просто преобразуются. Из тления в нетление. Предупредить на кладбище кого-то никто этого не сделает. Они воскреснут, а тогда мы. То есть слово «мы» тогда это не, даже не часы, а мгновение. Вот те первые воскреснут. Вот что нам известно от святых отцов. А на себя что-то сказать, да это много можно сказать. У адвентистов 7-го дня там целые картины ставят. Вот как воскресает внезапно. Был там машинист, ведет поезд, и вдруг он нету. Одна форма лежит, а поезд идет без него, аварии везде. Ну, показано, это фильм 6. Вот, так и называется, 6. Ну, все выдумки человеческие. Зато спроса называют бредни пьяных старух. Не видел глаз, не слышал ухо. Все, на этом конец. Утишь себя. Вот почему 148 там псалом, Давид говорит, не смирял ли я души, как дитяти отнято от груди матери. От груди матери. Ну, когда ребенок привык уже питаться питательным, вдруг отсаживает его, так и я не входил в великое и недосягаемое для меня. Тоже очень охота, хочется, но там будут листья для исцеления. То есть самое тонкое разумение будет дано. Это листья, тончайшее разумение, пророчеств и писания. Вот все, что я могу сказать. Благодарю, но вот приходит свидетель Иеговы и утверждает, что царствие будет на земле. Не надо слушать, они не надо уши засорять. Они приходят, ну что приходят, собака лает, а караван идет. Ну мерзость, одна мерзость. Они Библию совершенно, Христа не признают за Бога, Святую Троицу отрицают, души нету, ада нету. А они приходят, говорят, мы за это не отвечаем, что они говорят. Ну хотелось бы им сказать, как правильно. Это не надо, хотелось бы. Сказать нечего. Вот, допустим, 2 миллиарда мусульман с лишним, 1300 лет. Они говорят, Иса, сын Марьян, то есть Марьяме, Иисус, он не умер, его просто Аллах взял, он не умер. То есть самый центральный пункт спасения убрал. Кто убрал? Верующий в Сына Божия, какого? Который умер. Нет другого имени под небом. Да и все очищается не без пролития крови. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И как вот видели, я был взят, таким же образом придет. Они не верят. Но обольщенные 2 миллиарда, это на сегодняшний день. И они умирают за то, что им сказали, написали книгу.
А в ней даже близко нету то, что есть Евангелие. Иисус это совершенно не наша фигура. И поэтому на все заблуждения нам не надо отвечать. Ты засвидетельствовал и сказал, Христос будет судить мир. Все воскреснут. А кто последний пророк? Это мусульманин спрашивает. А думает, последний пророк это Мухаммад, то есть Магомед. Ты скажи, нет. Последний пророк, явленный миру, будет Илья и Енох. Илья и Енох. Читаем мы Откровение, 12 глава. Мы должны сказать, а он будет там злиться или что-то. Они действительно так тревожно воспринимают. Неважно. Мне пришлось, по милости Божией, среди не одного, а там какое-то совещание было, муллы. И мне дали слово сказать. И они согласились, что горе нам, если нас будет судить сын Марии, Марьям. Мы говорим, что он и будет судить. Сядет на престоле славы своей. У них эта мысль есть. Ну, это не утверждено ни их священной книгой Кораном, никак. Поэтому мы должны им сказать и не настаивать. Кому прийти, он придет. Нас Господь послал свидетелями быть, но не спорщиками. Вот надо им сказать, им уже все сказано. Они, свидетели сторожевой башни, вообще ничего не принимают, совершенно. Да, да, так. И их так научают, как старообрядцы, ничего не принимают. И отойди от них, ну скажи, Бог будет судить. Все, Арий тоже не верил, что Христос равен Отцу. А Афанасий Великий его сразу же сумел уговорить. Кто будет судить? Христос. Как будет судить, если он, когда судит Бог? Бог только знает помышления, намерения сердечные. Все. И повернул эту колесницу вспять. Почти все епископы подписались под заблуждением. Но тут же все вывернули. Значит, эти события были, подобные примеры в истории. Ты знаешь, держи, что имеешь. Игнатий Брянчанинов просто говорит, и не по мысли немощной рукой остановить этот поток нечестия. Тебя сметет просто. Ну, охота доказать коммунистам, что царство Божие на земле коммунизм не построить. Ты сказал, больше не надо. Они не избраны. Люди не принимают учения только по одной причине, что они не избраны. Он пытается, верующий, а дух лжи все время в уста входит. Все время. И вот поэтому познается. Даже он как считает, и то может тогда будет увидеть. А как выход? Только пост и молитва. Пост и молитва и милость Божию просить. Мы встречаемся с такими людьми. Для них нет, говорит, жертвы за грех. Но только некое страшное ожидание огня, готового пожрать противников. Послание к евреям, он пишет в 4 главе. Нам больше и не надо знать. Мы дети Божии. Спорили с учениками, но не ученики. Вот и все. Понятно. Спаси Христос. Аллилуйя. У меня вопрос. Когда придет Антихрист, денег не будет. И говорят, что перед христианами встанет выбор. Либо отречение от Христа и царство на земле с Антихристом, либо голодная смерть. И вот такое как бы возможность стать мучеником, умереть с голоду. И в то же время утверждение, что царство Антихриста 3,5 года, а человек без пищи, ну, 40 дней может прожить, но не 3,5 же год. Вот, без денег. Как вот сейчас вот пенсию у стариков говорят, но отберут, отключат и что. Вот. Вопрос, то есть, как, когда вот эти деньги отменят? 3,5 года и их не будет, этих денег. И церковь где-то же она будет спасаться, то есть, наверное, где-то в горах трудиться, сами там выращивать что-то там. Корешками в последние времена. Как вот людям объяснить, что... Потому что многие боятся, вот Антихрист, значит, надо быстрее там что-то делать. Там некоторые там запасаются уже там на 3,5 года, там керосин покупают, там какие-то там... Ну, в общем, запасы делают. Ну, запас никогда не мешает. Но говорить о том, что ровно за 3,5 это или за 4 это будет, 3,5 года перед 3,5... То есть это 7 лет. Первая половина 7 лет это будет подготовка. Его притеща там,
А это последние 3,5 года, когда всякий и раб, и свободный, все покорятся ему. Ну, где-то будут что-то находить, кто-то будет где-то прятаться, но люди останутся. Будут епископы, и будут священники, и будет литургия. Сие творите мое воспоминание. Одна фраза. Вот, допустим, говорят, ну как явилось зло? Ну какая причина, что херувим на небе осеняющий, и вдруг он все потерял? Ну что-нибудь Библия говорит? Я встретил только в одно место, и нашел это у святого Иоанна Златоуста. Он говорит, из новообращенных, чтобы не ставили в пресвитера, чтобы они не подверглись падению вместе с дьяволом от гордыни, гордости. Вот. Это единственный стих, который намеком как бы только касается. Гордость, возгордился. Сяду в сонме богов, превознесут свыше звезд. Вот и люди точно так же. Вот я сделаю то-то, Навуходоносор стоял. Это я сделал, это моя. И сразу превратился в быка. И вся его пища была трава. Ну, так вот и сегодня это встречается. Почему не ответить было кратко? Как Бог даст? Вот как Бог даст, так и будет. Конечно, печать, как называют, оно там не написано, запечатлено. Это тоже как печать, но изображение его. Боятся шестерки. Где бы шестерка ни была, прям дрожат. Ясно дело, что люди эти не знают Бога. Они борются с шестерками, ИНН. Даже я говорю, ну переведи ИНН, он не может выговорить, что это такое-то. То есть это люди малого образования, больших грехов и малого страха Божия. Это определенно. А у Бога это не проходит. А святые учили об этом? Да, учили, говорили. Без отречения от Христа никаких начертаний никто не примет. Но сегодня человек, могут ему насильно поставить? Могут. Ну а могут сделать так, чтобы разум его был подчинен им? Не могут. А мысли считать, вот есть детектор лжи, мысли они их обманывают на каждом шагу. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Все. Точка. У меня вот я вел занятия в университетах, приходили там разные баптисты. А баптисты имеют Духа Святого? В какой период? Ну вот я был такой-то, я был плохой, а теперь я стал такой-то. Как это? Я вот услышал, что Христос, Спаситель мой. И я пошел, сразу стал говорить, там его арестовали. Это кто, Дух Святой? Да, это Дух Святой. Так и я сектант, баптист. Он уже православный, он теперь вспоминает себя. Неважно. Написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот одна фраза. Он признает Иисуса Господом, Творцом неба и земли, видимым же всем и невидимым. Да, вопрос снятый. А дальше-то они засыхают на этой ступени и обкладываются со всех сторон ересем. Вот хилиазм, вот это вот учение о тысячелетнем царстве. Ну, это самое у них дохлое место, так можно сказать. Тут ничего нельзя доказывать им. Где бы ни была беседа, 100% поражение у них. 3-4 прихода написано, во второй раз явится для дожидающих его спасения. Во второй. Что Христос в третий раз явится, нигде не написано. Ни одного слова в Библии нет. Первый раз, когда пришел, родился от Девы Марии, второй раз явится на страшный суд. И после его пришествия ничего не будет. Плевелы и пшеница растите до жатвы. А жатва – кончина века. Толкование-то дано уже. А за кончиной века что? Ничего нету. Ну, кончина. Ну, кончилось. Из стакана вода вылилась, ничего там больше нет. День кончился, наступила ночь. Ну, один раз просто серьезно так посмотреть. Зачем тебе выдумывать чего-то? Написано, оставьте расти вместе. А ученики, позволь нам прежде выбрать плевелу. Он, чтобы не повредили, оставьте. А кто признает это тысячелетнее царство, это хилиазм. А они на 1000 лет раньше, наоборот, пшеницу вырвали. Пшеница – это верующие. Вознесение. Так и учат баптисты, адвентисты, там, и мормоны. Все они одинаково учат. Пшеницу. А Господь скажет, говорит, и скажу жнецам, соберите плевелы в связки и бросьте в огонь. Вот как. Наоборот. Не пшеницу сначала выберите, а плевелы. Так и будет. И оставьте расти вместе до жатвы. Вообще толковать ничего нету. Нет, все передернуто. А я хотел бы остановить. Желание похвальное, но как сказать? Сказать один раз. После первого-второго вразумления еретика отвращайся. Прямое повеление. Знай, что они развратились, будучи самоосуждены. Они выбрали этот путь. Они не избраны для Царствия Божия. Отойди от них. Отойди, чтобы тебе не погибнуть. Так учит нас Святая Библия. Все.
Вот последние слова ваши. Отойди, чтоб тебе не погибнуть. Растолкуйте, пожалуйста. Даже очень просто. Считаем 16 главу книги Моисеева «Числа». Когда люди отступили образовать свое общество, секту, Дафана, Верона и Корей. На чем мы хуже других? Все мы общество, все святы. Господь сказал Моисею, скажи им, завтра я покажу, кто мне приятен. И тогда закричал отойдите. Если умрет человек обыкновенной смерти, ничего и не было. Но если необыкновенной, как никто не умирал, тогда знайте, что от Бога. Ровная земля, никаких землетрясений. И он только закричал, отойдите от них. И они вместе с шатрами, где они стояли, они были как депутаты, в Думу выбраны уже, все подготовлено, чтобы захватить власть. Новую секту образовать. И с грохотом все сошли в преисподней, живые, с детьми, со скотиной, с шатрами. Необыкновенная, страшная смерть. Это один раз только было такое. И второй раз будет при антихристе, живем брошен в ад. А это его предтещи. Поэтому секты, они имеют прообраз. Это Дафана, Верон и Корей. Отойди от них. Я хотел бы, родственники, баптисты, один раз можешь сказать, можешь передать. Тем более, что сейчас у нас на Ютубе я выставляю материал, называется «Противосектантский». Я 55 лет с ними занимался. Но этот труд, ну, просто кое-где немного взял, расширил. Кальнева такой был, миссионер. Он расстрелян большевиками был. Вот как беседовать с кем? Как доказывать? Мы проходили специально эти уроки, занятия в университете, когда были. А сейчас я выставляю ролики. Будет где-то 12 роликов. Уже 5 выставил. Каждый день по одному. Так и называется. Противосектантски. Что он говорит, сектант? Что говорит православный? Притом вариаций никаких не дается. Ответ один, четкий и окончательный. Можно добавить. То есть, сейчас я, секунду. То есть в те времена отойдите, чтобы не погибнуть, ну, было какое-то место гибели вот этих вот дафановцев, там, скажем, и они когда сваливались, те отошли, ну, чтобы не провалиться вместе с ними. А сегодня, что значит отойти? И, ну, никто же не проваливается. Прямо говорит, повторяю, прямо говорит, после первого, второго разумления отвращайся. Я же сказал. Это понятно, но опасность погибели в чем заключается? Душа в том, что твоя, душа может заразиться. Ну, до конца душа может заразиться. Сказано, отойди, отойди. А что мне за это будет? Не надо любознательность такую расширять. Сказано, отойди, все. Не давайте жемчуга святыню псам, ибо они попрут и вас сожрут. А что будет, как будет? Не лезь, отойди. Не прикасайся. Вот если бы это так правильно было, понято Евой, она бы не подошла. Не прикасайся. А что будет? Никто не знал, что будет. Мы до конца еще не поняли, что это будет. Уже умерла от того, что она сорвала 100 миллиардов. Миллиардов, я все время повторяю. Вы эту цифру не знаете? Миллиард. До миллиона считать, вот взять спички или что-то перекладывать, или там яблоки. Это долго. Это очень долго. А миллиард это... И умерло 100 миллиардов людей. И все умирают водами за то, что он сделал. А что он сделал-то? Никого не убивал, какой-то плод сел, еще Богу жалко было или как, ну, прости Господи, что так говорю. Мы не понимаем, прошла сверхкосмическая катастрофа. Все сделалось, абсолютно все в мире смертным. И вот, когда исследуют другие планеты, то другое, а можно узнать, что там содержится в межпланетном пространстве? Спектральный анализ показал, что что-то очень похожее по спектру на формалин. А формалин это то, что где куда мертвецов, для того, чтобы накачивать, чтобы они не портились. Формалином. Формалин, он всякое гниение убивает. И во Вселенной все наполнено формалином. Вот пришли к какому выводу. По поводу Земли я хотел бы ее добавить, то останется на Земле. В Захарии, в 13 главе, 8-9 стих сказано, «И будет на земле, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней, и введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавя серебро, и очищу их,
как очищают золото, они будут призывать мое имя. И я услышу их и скажу, это мой народ мой. И они скажут, Господь Бог мой. Так вот, третья часть, если мы умножим на 100%, получается 33,3%. А если мы две части возьмем, уничтожим, получится 66,6%. То, что уйдут. Три шестерки, так называемые. Еще вопросы? Можно добавить, вот человек сейчас говорил, я не знаю, кто это. Это Константин это... Савченко. Константин Савченко, я вот тут не согласен, ну, подскажите, может быть, не то, что не согласен, может, я понимаю так, что две трети, это говорится о войне, которая будет перед Антихристом, в ней погибнут. И что это значит, в ней погибнут все нечестивые, ну, три шестерки, 66%. А 33% останутся праведников? Да нет, будут при Антихристе и те будут, мне кажется. Ну, как я понял, не кажется, а я так понимаю. Кто как думает, подскажите, ответьте на этот вопрос. Вот восьмой, именно стихи в восьмом сказано, и две части из них будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. Ну так, две части, которые вымрут, это не говорит о том, что вымрут именно... грешники, а третья часть праведников останется. Я это имею в виду. Я согласен, что две части вымрут, а одна останется. Но вы трактуете, что две части это 66,6%, то бишь это три шестерки, и вы имеете в виду, что это именно грешники, ну дьявольские люди погибнут. Так я вас понял или нет? Ну, в общем-то, да. Ну, да, в 9 главе, в статье, вернее, этот стих сказано, и третья часть... И веду эту третью часть, оставшуюся часть, которые останутся здесь люди, чистые в те времена, значит, в огонь и расплавлю. В общем, очищение произойдет. И после этого только уже объявится, что все это народ будет Господний. А, то бишь вы имеете в виду, сразу две части погибнет, это 66,6%. А потом от тех 33,3% еще расплавит Господь и какую-то часть праведников выведет. Так? Нет, остальных он будет именно, как говорится, выводить к себе. Очищать здесь написано так. Я очищу золотом, и они будут призывать имя мое. Я услышу их и скажу, это народ мой. И они скажут, Господь Бог. Так это Бог. Все 33% или только какая-то часть из этих 33%? Я так понимаю, что 33%, 33,3% получается. Но это не значит, что только сейчас, только те, которые сейчас на земле живут. То есть земля, получается, она не только здесь. То есть люди, которые и праведные, и умирают сейчас, и были, умирали сейчас, не все же люди, они просто ждут, как согласно Писанию, наверху ждут пока своего часа. И первая часть, как сказано, возьмется, первая, а потом вторая уже будет испытываться. И первая часть не будет проходить испытания. Так погибнут две трети, погибнут или те, которые уже погибли, тоже в эти две трети войдут? Или как, я вот не могу понять до конца. Ну, как сказать? Ну, там часть людей, которые праведные, они тоже ожидают, как бы сказать, только не суда не ожидают, но они будут там уже, испытанные, наверху. А остальные две трети, которые здесь именно на земле будут, которые по первому звуку трубы не будут призваны, соответственно, будет Господь испытывать их еще. И с этих частей, может, кто-то уйдет. Потому раз там часть здесь есть, и часть здесь останется, возможно, кто-то уйдет. Но это уже не нам, как говорится, рассуждать, это уже дела Божьи. Игнатий Тихонович. Благодарю за ответ, но честно ничего не понял. Так, ладно, Игнатий Тихонович, вы что-нибудь поняли, нет? Я объясняю. Кто говорит, он и сам не может сказать. Это сказано про еврейский народ, когда будет кончено пленение вавилонское или что. Толкование, даже у Феодорита на это нету, а мы будем туда лезть. Зачем? Это лучший толкователь ветхозаветных пророчеств. Что нам это даст? Какие проценты? Ты знай про себя, себя, говорит, довольно. Это об этом Феофан Затворник говорит неоднократно. Почему они не толковали? Вот эти проценты никто не высчитывал. Никогда. Господь сказал, сокрыто по сегодняшний день. Я беру самых... Блаженный Августин толковал, Иероним, Златоуст. Никто не толковал. Вообще у них этого нету. Нам что это даст?
Вот два человека потеряли время, мы слушали, и сами не знают. А что я не знаю, за красных или за белых, как один спектакль идет. То зеленое, то что. Не знаем. Но знаем только так, что в Новом Завете уже сказано, и третья часть зеленой травы сгорит. Вот здесь четко сказано, третья часть населения земли будет уничтожена. Третья, не две трети. Вот здесь определенно показано. А возможно? Да, возможно. Сегодня прямо говорят, высчитывают цифру, раскидывают где-то на 20 с лишним миллиарда, если будет атомная термоядерная война. А это пророчество, к какому времени, неизвестно, ничего не известно. Ни у одного святого отца я вообще не встречал. Вообще, если они молчат, а труды Иоанна Златоуста 12 томов, Василия Великого, Ефрема Сирина, вообще нет ни одного слова, зачем же я за это буду браться? Было такое, когда избрали патриарха Тихона Беллавина, он одно место растолковал, когда летит свиток, и на нем написано. Вот этот свиток, он и говорит, это то, что мне предлежит понести. Это революция, убийство, расстрелы, предательство. Вот он еще не высчитывал, а именно вопль, стон, который будет идти по земле. Это все пришло, и пришло заслуженно. Кто остался живой, то в коллективизацию под нож пойдет. А кто не попал, война рядом будет, а дальше перестройкой добивать будут. Это мы сами уже видим. Никаких цифр не надо говорить. Вот одна треть погибнет, это одно только место Писания говорит. Нужно научиться смирять себя, как дитяти, отнятого от груди. Я Библию неоднократно начитывал, не только читал, начитывал, но мысль проникнутую это у меня даже не возникала. С первого дня мне Господь положил на сердце, тебе это не принадлежит. С сектантами я провел сотни бесед, сколько пришло в православие. С католиками ни одной. А почему? Церковь. Нам спорить не о чем. Есть заблуждение там и здесь, и вот с этим надо бороться. Где я нахожусь, где родился, там и пригодился. Вот здесь. И начинать надо с малого. Два пункта, что в православной церкви стояли на первом месте. Первое – о рождении свыше. Рождение свыше вообще не проповедуют и нигде нету. Они не знают. И второе, об эту тему затронул Серафим Саровский. Быть водимым Духом Божьим, стяжание Духа Святого. В этом все. Как ты будешь, сколько будешь молиться, поститься, жертвовать, посты, все встанет на место. Без Духа Святого ничего нету. А вышли девы, светильники, и начинают думать, а что светильники? Дух Святой. Дух Святой, все сектанты толкуют. Дух Святой покупается. За одну мысль это ты уже проклят. Подумал, говорит, ты за деньги, как Симону Волхву сказано было, приобрести благодать. Это дела добрые, чтобы люди видели ваши добрые дела, так да сияет свет ваш перед людьми. Дела соделаны в Духе Святом с любовью. Повтори для себя. Дела соделаны в Духе Святом с любовью. Все. В этой фразе все Писание. Иоанн Одесский недавно ушел из жизни, по-моему, в 2004 году, если не ошибаюсь. Он сказал, молился Богородице, и ему она явилась. И он спросил, говорит, почему, говорит, сказано о 153 рыбах. Она, говорит, сказала, говорит, в первое время 100% будут все спасены, во в среднее время 50%, и в последнее время только 3% будет людей спасено. Это у Одесского. Я сейчас сказал, никаких процентов нам не дано. Мне пришлось работать по соборам. Я могу сказать точно до 1%, сколько правил нарушены. То есть то, что под руками. Торговлю Бог выкинул, они в церкви торгуют, стоят. Вот одно правило. Пресвитера в диаконы не раньше 25 лет. Шестой Вселенский собор, 14-15 правило. Священники, то есть пресвитеры, не раньше 30 лет. А если раньше, да будет извергнут. Крещение только в полное троекратное погружение. И как, прямо. А сектанты все опрокидывают на спину, у них положение в гроб, они в смерть не крестят, да и не имеют права крестить. Ты вот это узнай и начинай трудиться там, где ты есть. Вот это мне Бог дал понять. Понять очень хорошо, понять, что я ничего не знаю, и поэтому мне зачем где-то придумывать-то. Я православный, у нас все истолковано, блаженный профилак. У сектантов у них, вот, а где Дух Господень свобода, какая свобода? Тебе ни на дороге, нигде свободы нету. Ты везде должен делать по правилам. Красный, зеленый, синий там свет. Так и понимай. И здесь тоже. Дальше рассуждать нельзя. Тема закрыта.
дальше двое, и уже никак не сойдутся. Вот двое вы разговаривали сейчас, Константин там и Василий, и уже не сойдетесь. А если 22, разницы нету. Неопределенно ни время, ни количество, тем проценты, кто-то сказал, Божья Матерь, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Вот одна фраза. Святой Иоанн Златоуст. Нету ничего. А где Илья? А как он что пьет, ест? Он на эту фразу ответил. Что взят на небо, знаем. А где он находится? На третьем, на пятом известно 3 неба. А у мусульман 7 небес. Ну, мы даже придерживаемся Писания. Был вознесен там до 3-го неба. Павел говорит, все, есть еще небо небес. А где он? Не знаем. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Зачем вам грех брать на душу? Не надо. Он убедил своих слушателей. Для меня этого достаточно. Я сразу попятился. Тоже думал, а может вот белый конь это. А когда увидел толкование, вон что. Толкование бывает 3-толковый апокалипсис. А бывает 7-толковый. Один стих толкуется на 7 разных стихов Писания. А как это? Да очень просто. Дьявол называется рыкающий лев, ищущий кого поглотить. Дьявол лев? Ну да. А Христос не лев из колена Иудина? Вот тебе на. Да что, львом и Бог? Да тебе не надо рассуждать. Писание говорит об этом. А что, козел хуже, чем баран? На суде Божьем, да. А в этой жизни они на равных идут. Козленка возьми или ягненка. На равных совершенно. Приносили в жертву, когда совершали, а не Пасху. Ну, надо научиться мыслить категориями Священного Писания. А поэтому его надо знать. И притом книга сия, да не отходит от уст своих. Спрашивает, а что лучше, просто считать или с толкованием? Ну, Бог так устроил с толкованием. Одних поставил апостолами, во-вторых, второй пророками, в-третьих, третье, учителями. Это не апостолы. А где учителя? Вот первый из них известный, Игнатий Богоносец, 6 посланий. Вне церкви нет спасения. Церковь там, где есть рукоположено от апостолов епископат. Поэтому определенно сегодня это кто? Православие, католицизм, григориано-армянское, коптское, сирийское. Все. Дальше только смерть. Там еретики. Вот эта церковь, вот как она определяется? Наследием благодати, которая идет от апостольских рук. Один раз узнал это, и дальше уже не надо заходить. А им доказывать одно, они не церковь. Вот главный вопрос. Они не церковь. Церковь, Бог не сказал, что это согрешит, а потом я новую сделаю от Мартина Лютера. Ну, ты посмотри, какие это основатели. Мартин Лютер кто? Монах. Ну, открой Википедию и посмотри, монах. Ну, а кому обещание давал? Богу. Тут все согласны. А потом размонашился. Соблазнил монахиню, 6 детей нажил. Это руководитель. Основание положено на развратнике. А он хорошее дело сделал. Хорошее никуда не денется. Но куда оно пойдет? Без толкования пошло и в кривь, и в кость. Толкование, оно дает четкие рамки. И вот на соборах отцы установили. Православие этим отличается. Целомудрием, широтой взглядов. Это второстепенное. Это слова приписывает Тертуллиану. В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Главное, Никео, цареградский символ. Веруя во единого Бога Отца. Ни шагу никуда. А они все это изменили, там тоже символ написали. Ну, веруя во Святую Соборную Апостольскую Церковь, это выбросили, они к ней не относятся, они свой составили. Христос говорит, врата ада не одолеют, и Матфея 16, 18. А что такое врата ада? Это еретики, враги. И они ее не одолеют. Уже в церкви такие там священники пьяные, людей давят все. Церковь была и будет святая и непорочная. Эти люди, которые творят пакость, они вне церкви, хотя внешне он еще облечен в свои доспехи. У Бога другая шкала. Не нам судить, но молиться надо за всех. Вот это право нам дано. Не выбирать, ходить на выборы. А кого даст Бог? Чтобы не было покушения на них, мудрые законы издавали. И все были благовестниками. У православных этого нет. Священник, я писал об этом. Даже на исповеди спрашивают, не просто какой-то грех сделал. У меня мама приехала, она у старобрядца была, и говорит, батюшка исповедовал хорошо, спросил, не ела журавля. Я говорю, ты поймай его сначала, журавля. Кто его видел, журавля в небе-то, в руках держал-то? Да можно так спросить, ты рукой спутники не сбивал? Нет, во, святой. Шпалы не грыз? Нет, святой. Что придумывать-то? Не судил ли ты кого? Не превозносился ли над святыми?
не придумал ли свои толкования, не сидел ли где-то как монах, никому не сказал, зарыл талант. Вот о чем надо исповедовать. Нет, нет прибытка. Зарыл, платок принес. Он не стал развратником, он сохранил веру, но куда пошел? Вот это нам главное. И на исповеди надо спрашивать об этом. Все, отошел. Я, можно сказать еще немножко? Сейчас... Время, брат, коротко, или давай помолимся. Ну вот сейчас, сейчас идет это, доказательство того, что Земля у нас шар. Потому что у нас затмение лунное идет, и на Луне тень от Земли, она круглая. Если кто хочет, высматривайте Луну сейчас в Алтайском крае. Полное лунное затмение. Сейчас как раз видно очень хорошо тень Земли. Все. Давайте помолимся. Достойно есть якова истину, блажене тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словорочную, сущую Богородицу тя величаем. Игнатий, хочу молиться. Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием, страхи и трепети. Как Ты, Господи, дивен в делах Твоих, как много Ты открываешь любящим Тебя и послушным. Научи нас быть внимательным к тому, что изрекли для нас в Духе Святом святые апостолы и пророки, и как истолковали святые учителя Церкви. В чем мы погрешили, Господи, прости нас и с миром распусти. Тебе слава за все, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, аминь. Христос. Аминь. Еще вопросы есть у кого? Аминь. Отхожу тогда.